Привет! С вами Кёниг Диггерс, Женечка Подоночек и Макс Кук. И сегодня мы в очередной раз приехали в Балтийск посмотреть на новые секции поднятого неукротимого. Тем более, мы знаем, что неукротимый в самое ближайшее время будет полностью порезан на металл. И от этого объекта больше ничего не останется, кроме нашей памяти. И сегодня мы приехали большой нашей компанией. Пожарить мясо, отдохнуть, пообщаться и заодно исследовать неисследованные части нашего корабля. Добро пожаловать, неукротимый. И вот, что от него осталось. Одной из самых секретных частей корабля является винт. И даже при спуске корабля на воду, винт у военных кораблей закрывается тряпками. Потому что именно по конфигурации винта можно понять, какой он делает шум. А сейчас можно увидеть винт. Что этот винт в два раза больше меня. Считайте, что он еще зарыт. Вот. Это вот центр. Да, ребята, на самом деле винт сделан полностью из бронзы. Но до сих пор эти винты есть. И это радует, что мародеры еще не активировались. Но я понимаю, что скоро этих винтов уже не будет. Эта секция с винтами пролежала в воде больше всего. И как видим, тут адская помойка. Мы находимся в пятом оружейном погребе корабля. Именно в таких погребах хранились боеприпасы для судна. Сзади находится система подачи снарядов к орудиям. Более 2 месяцев после поднятия секции корабль пролежал спокойно. Потом полностью срезали верхнюю его палубу. И тут уже намного менее круто погулять, чем было зимой. Переходите по ссылке и посмотрите сюжет про все остальные секции корабля. Мы там были 1,5 года назад. И на самом деле в тех секциях совершенно ничего не изменилось.
вот сегодня мы побывали на оставшихся частях неукротимого. Эти части уже начали потихоньку сходить на металл. Невозможно, буквально через пару-тройку месяцев от этого ничего не останется. Останется только память служивших ребят. Наша память. И это видео. До новых встреч. С вами был Макс Кук и Женечка-подоночек.